как банки одобряют кредиты и что нужно сделать для того, чтобы вашу заявку на кредит одобрили, а не зарубили. Суть в том, что ваши заявки на кредиты рассматривает машина, а не человек. И машина в этот момент действует по определенным алгоритмам. Машина присваивает вашей заявке определенные баллы на основании полученной информации. Машина рассматривает три источника информации. Первое – это анкета заемщика, это то, что вы написали. Второе – это кредитная история. Дополнительная финансовая информация, которую банк может про вас собрать. Самый важный из всех источников информации – это, конечно же, кредитная история. Сколько и когда вы брали, насколько вовремя платили и сколько кредитов у вас есть на данный момент. На втором месте – это ваша анкета – возраст, профессия, доход. И, наконец, к дополнительной информации относится, получаете ли вы зарплату в данном банке, ваше семейное положение и даже модель телефона.